Всем куку, всем кукушек, привет, и всем губкам. С вами я, Губка Боб, и вы на моем канале Губка Боб, Кубер Фишн Геймс. Сегодня мы опять играем в игру под названием Shovel Knight с дополнением Призрака. И да, мы все-таки продолжаем добывать других на нашу сторону. Ага. Во, отлично, чекпоинт. Ага. Ну блин. В самом начале потратили. Вы понимаете, их сколько? 7 чекпоинтов. What? What the fuck? What? What the fuck? Отличненько. Вот это впечатляет. Нафиг. Быстро. Отлично. Вот. Офигеть просто. Да, если честно, ребят, мне это дополнение очень понравилось. Нам надо еще выполнять оригинальную игру. Дополнение ночного. И новое дополнение, которое мы с вами еще не смотрели. А именно за рыцаря короля. А? Так, протухшее мяско. Отличненько. Это были... А, это что за птица? А, я забыл. Это ж та самая птица, которая мне нагадила. Которая мне нагадила в оригинальной игре. Да, ну там, где еще даже не было дополнений. Да, реально, ребят, там даже не было дополнений к этой игре. А тут уже тут поселились эти птички. Офигенно просто. Ага, снова. Так, и снова у нас тут жур-жур. И у нас новый чекпоинт. И наслаждаемся мясом. А, опять этот умелец. Ладно, добываем из него все духи. Что у него есть. А теперь. Ай! Блин, убил. Черт. Но еще 3 чекпоинта и босс. В этой форме он не проявляет никакую любовь к зельям. Так можно его легко убить. Если он, конечно, не инцидент. Но, блин, как его убить? За этого... Да, с него. Стоп, у нас же есть бумеранг. Мы сможем с помощью этого бумеранга побить его. Все, тьма закончилась. Давайте добываем тьму скоренько. Победа, наконец. И
Да, долгожданное мясо. Опа, чекпоинт. Опять они. Если вы не поняли, это опять они. Да, те самые бесячие. Вот что будет, когда я вот эти вот бесячие пройду за этого жнеца? Вот что будет? Правильно, жопы страдания. О, блин. Опачка. Тут вообще не как в оригинале. Тут совершенно по-другому. На вам. Блин, а воля вообще на нуле. Почти поздно. Быстро морковочку. Отлично. Это с такой скоростью, что даже описать не извинешь. Это даже невозможно описать. Ты чё? Вообще сыщили тут. Ну хотя это очень легко. Это как называется? А вот рыцарь. Быстро! Быстро, сноток! Сноток, срочно! Да блин, нет! Вот как там? Возвращайте! Да что? Вот как-то. Ну, блин, из-за чего здесь невозможно. Да как это пройти? Я не понимаю. Тут просто теряние моих очков. Потеряли моего очка. Вот, блин. Эта карта меня тоже бесит. Не из-за сложности из-за этого жнеца, а из-за вот этого. Да, я предупреждал вас, что они меня слишком бесят. Ну серьезно. Уж слишком. Уж слишком бесят. Ради участкового я лучше постою. Ну, приветиш. Выпускать бычка. А! Нет! Ненавижу я тебя, темный рыцарь! Шутит, что прорвало. Нет, блин. Да! Ненавижу. Вот тупо в экран, и ничего, блин. Отлично. Ай, нет. Нет, Индиана в жбанс.
Это единственные враги, которые могут... О! Да, куда ты, дурачок? Спокойно. Спокойно. Ты куда? Ты чё? Ты чё творишь? Я просто не понимаю, как вы всё понимаете. Я просто потеряю волю добра. Просто потеряю. На серии, в этом заводе. Я не, сука, не переживу. Вот теперь первая причина, почему мне еще не нравится это. Вот почему нелегко было удалить это сранье. И почему там вообще убрали двойной прыжок? Ты чё? Дебил! Дебил он реально! Он реально инфантильный дебил! Да я тупо не понимаю вообще. Тронется ножка. Вот все ему сердце, блядь, радость. Сердце радости мод моих страданий. Вот это как? Мне это все съебало. О, морковочка. Наконец-то. Куда? Отличненько. Нет уж. О, выпрыгнул поскоренько. Ага, он знает, что я буду творить, поэтому Индиану Шванс не слушал. Я слушал. Быстро! Забираем. Да, чекпоинт. Это я, ваша последняя надежда. Кончики биты. Это ваша награда. Наконец-то, блин. Ну, хоть это безумие пройдено. Это безумие пройдено. Это просто. Индиана в жбанс. Это просто. Денчик. И тыква мы вместе взятых. Господи. Отлично. Я еще забыл, что он еще и взрывается. Совсем про это забыл. Сам утопился, и мы к боссу подошли, ребята. Ну, привет, чумной рыцарь. Ну? Этот уже попахивает, что ты вообще здесь делаешь? Да я тут читаю. Покажись, я пришла предложить тебе место. Притом форма очень легко очередь. Прям я победил рыцарей. Неужели? Звучит значительно. Невидимые рыцари. Давай поподробнее. Бам.
до тебя доберется. Вот тебе индиан в шланц. Все. У него этого еще не было. Клонение. У него реально этого еще не было. Клонение. Это какого фига надо быть? Клонов своих наставил. Все. Индиана в банц. Нормально так. Знаете, индиана в банц. Я твоего клана уничтожил. Я могу сам это сделать. Все, бан. Бан со второго раза. Все, делаем последний тычок. Бан. Ну, это было легко. Он просто исчез. Он реально исчез. Ну, 100 сохранений получили. Ну и волю так и не нашли. Ничего страшного. Ага, новинка. Ну, мы за этим. Смерть ему идёт. Что? Да, занят. Чего? Потому что она в этом мире. Это мне восстанавливает. Отлично. Полный вперед. Ну, реально, это поможет мне накопить восстановление. Ага. А, мы можем поменять редкости. Вещи. Перст воли. Ага, то есть воля 5 максимум. Ну, погнали в следующий мир. Зато мы индианам шланс привилегии. У кого-то точно воля должна быть. Я еще с рыцарем Винет не сражался, но в этом переводе его называют летучий рыцарь. Так что, погнали. О, господи, это что такое? Да! В самом начале потратили. А, всего лишь 5 чекпоинтов, это легко. А как это сделать, я не понимаю. Я опять кучу потерял. О, сделал. Вот, господи. Вот это просто офигенно. Это что такое? Вот это как сделать? Да как это сделать? Thank you.
Вот как это? Вот. Вот так вот. Нет! Вот это и где она в жбанц. Ладно. Ладно. Вот как? Я же нормально это все делаю. Это просто жопа. У нас ничего в кармашке. Да ладно. Хоть в чем-то. Ладно, ребят. Это мы и заканчиваем. Если вам понравилась игра, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!